my goodness. Vicente Luque submits Tyron Woodley. What, did he tear? A huge win for the Brazilian native. Make it a dozen finishes in the UFC for the not-so-silent assassin, Vicente Luque. Бразилия, Бразилия, бро. Це гадо ММА. Усердный труд и вера в Господа. Возьмем этот пояс. Спасибо Господу. Vicente, the silent assassin, Luque. Ты пробил меня, потряс меня на секунду. Спасибо. Эй, я ценю это. That's a guy that's so used to being in wars. It's part of the danger of facing Vicente Luque. Я знал, что Вудли — это легенда, чемпион. И да, он очень тяжело бьет, он немного поймал меня. Но, эй, это то, что я делаю всегда. Даже пропуская, я продолжаю идти вперед. И ищу нокаут, ищу финиш каждую секунду боя. У меня крепкая челюсть, и я стараюсь ее не использовать, но если необходимо, я могу на нее положиться. И это мой стиль, я всегда иду вперед. Я увидел, что он слишком сильно вкладывается в удары после того, как немного потряс меня. И я сказал себе, эй, нужно контратаковать эти удары. Нужно жестко поймать его, когда он будет переть на меня. И я думал, что нокаутирую его, но в конце я увидел дарсы, подумал, что нужно воспользоваться этим. У меня очень сильные дарсы и анаконды, и это принесло плоды, я одержал большую победу. Висенте, ты, несомненно, один из самых зрелищных претендентов в полусреднем дивизионе. Поздравляем тебя с самой большой победой в твоей карьере. Спасибо, Джо, спасибо. Я одержал большую победу сегодня, чему я очень рад. Одолел бывшего чемпиона. Такое не каждый день делаешь. И с такой большой победой, большим нокаутом, то есть финишем, не нокаутом, хотя я хотел его нокаутировать, но в итоге поймал его на дарс. И да, Вудли жесткий, однозначно Вудли жесткий, но мне удалось сделать свою работу. Я немного понервничал вначале, но я знаю, что он хорошо держит удары. И он боец, и даже воин, а не просто боец. Он может выдержать серьезный урон и продолжать биться. И он проделал отличную работу у клетки. Мы много отрабатывали это перед боем. Конечно, я немного понервничал, когда он пропустил удар, но сейчас я очень рад, это очередная победа. Еще и над бывшим чемпионом, она однозначно продвинет его в рейтингах. И я очень счастлив, очень рад за него, он мой брат. И мы помогаем друг другу, он помогает мне достичь мечты, я помогаю ему достичь мечты. И пока что неплохо получается. Он понял, что это будет лучше, чем улететь в нокаут. Это будет лучше. Так что, когда ты вышел на этот прием, обхватил его голову, он даже не пытался выбраться оттуда. Он сидел там, и я думаю, нет, нет. И затем ты отпустил его, и я понял, что все кончилось. Отличная работа, отличная работа. Только, блин, ты сейчас поднимешься, и мне, возможно, опять придется с другом биться. Черт. Ну что поделаешь, такова наша игра, детка. Ты ведь чемпион. Считай, у тебя всегда мишень на спине. Да, но блин, черт побери. Еще один бой, и, возможно, мне придется с ним биться. Капец. Вот и все, что я вам говорил. Что я вам говорил? By Francis. Calm Francis is the scariest human being on the planet. Francis Ngannou finally breaks through and becomes the undisputed UFC heavyweight champion of the world. Эй, это честь для меня. Клянусь тебе, это большая честь для меня. Хорошая работа, спасибо тебе. Ты делаешь меня лучше. Взаимно, приятель, спасибо. Я работаю, усердно работаю. Я пашу, клянусь тебе. Поздравляю. Stipe Miocic, still greatest heavyweight of all time. And I wonder where this leaves the former champion at 38 years old after getting stopped in the way that Francis did.
Эй, смотрите, DC. Джо. Эй, гляньте на моего пацана. Нгану. Фрэнсис Нгану. Только гляньте на это. Смотри, как он счастлив. Посмотри, как он счастлив. Мы можем только порадоваться за молодого человека, который осуществил свою мечту. Западная Африка, детка, 3 чемпиона. Это значит многое, тот факт, что у нас 3 африканских чемпиона в UFC, при том, что всего в промоушене меньше 20 африканских бойцов. У нас 3 чемпиона. 3. Я просто не знаю, что сказать. Победитель и новый чемпион тяжелого дивизиона. Фрэнсис, какие у тебя сейчас эмоции? Просто потрясающе, бро. Знаешь, хоть я и бился, и выигрывал бои, у меня внутри было то, что я никак не мог отпустить. Это обещание, которое я дал себе, когда был совсем молод, что когда-то я окажусь на главной сцене и докажу всем, кто сомневался, всем, кто считал, что я ниже их, что это была не моя вина, и что если у меня когда-то будет возможность, я сделаю что-то великое, и что я превзойду их, и для этого я здесь. Какие времена? 3 африканских чемпиона. Вот так. Мы всегда знали, что это то, что предписано ему свыше. Сама Вселенная вела его к этому, мы знали это. Так что ему нужно было просто выйти и сделать это. Мы знали, что у него все получится. Мы испытываем чистый восторг. Но мы знали, что опыт будет главным фактором, мы знали это. И что дальше? Что вас ждет дальше, ребят? Нас ждет чемпионский забег, это будет здорово. Диснейленд, Диснейленд. Но сначала нужно накормить этих здоровяков. Мы голодные, надо поесть.